Торжественная атмосфера и ощущение настоящего праздника, буквально витающие в воздухе. В понедельник Увадский район отметил свой 88-й день рождения. В честь знаменательного события состоялся праздничный концерт, полный самых теплых и душевных слов, вручение заслуженных наград и приятных музыкальных сюрпризов. Мероприятие открылось просмотром фильма об Увадском районе, а затем с поздравлениями выступил глава Иван Тубал. Примите искренние и добрые поздравления с днем рождения родного района. Сегодня Увадский район живет и развивается, сохраняя и приумножая то, что было создано предшественниками. За это время пройден большой и славный путь. И без сомнения, в успехах и достижениях родного края есть частица труда каждого из вас. Я желаю району дальнейшего развития и процветания, исполнения всех намеченных планов, а его жителям здоровья, счастья и благополучия. Традиционно в этот день была вручена награда «Почетный гражданин района». Памятного знака, являющегося высшей формой общественного признания, удостоен Юрий Свицкевич, благодаря которому Увадский район стал одной из наиболее динамично развивающихся территорий Тюменской области. Своих обладателей нашла целая череда заслуженных наград. Благодарность губернатора Тюменской области, почетные грамоты главы Увадского района. В этот праздничный вечер прозвучало еще немало пожеланий и искренних слов, наполненных добром и самыми теплыми нотками. Увадский район стал еще на год старше, мудрее. Впереди у него огромное будущее, полное новых свершений и достижений.